сказать об этой паре. Они тоже принимали участие в открытом чемпионате Киева, да? Это международные соревнования были, где судейская коллегия была тоже из 7 судей. 5 из них были англичане, 1 из Соединенных Штатов и 1 из Италии. И ребята тоже попали в финал, заняли 5-е место в своей категории. Это первый такой успешный турнир. И сейчас в этом исполнении вы увидите танец джайв. Можно лицом, Дима, развернуться к зрителям. Давай, скажем. Следующий танец вы увидите в исполнении Зуба.